Всем привет! Вот решил заснять такой видосик. Ну, тут особо нечего снимать. Вот такая локалочка маленькая будет. Приближу, может, я поближе будет лучше. Сейчас предварительно обезжирю все. Рукой проводим, если где-то гузы есть, то есть подбиваем их изначально, чтобы потом никакие нам из шпаклевки не вылазили они. Деталь алюминиевая, вполне хватит 180-ки. Thank you.
знаю, показывал, не показывал. То есть сделал себе такую продувочку. Простой обыкновенный штуцер. И от герметика насадочка. На клей посадил, здесь дырку просверлил и все соединил. Очень удобно. Пластмассовый наконечник. Воздух подует как надо. Конечно, рискуй. Дурак, что ли? Все, мешаем шпаклевку и шпаклюем. А, то есть давай, могу вблизи показать, что здесь получилось. Так, шпаклевку размешал, по краям уклеил изолентой, чтобы не было там никаких там этих шпаклевок, не залезло, чтобы не обрезать там, то есть, ну, так мне проще. Все, ждем. Так, все, высохло.
Все еще та 220-ка. Блять, на штаны, мне кажется, что Игорь, блять, машину шпакует, блять.
мягкая подложка. Этой 240-кой, которую шкурили, сейчас сразу перебьем по металлу. Вот в этом месте. Сейчас, как говорил, на мягкой подложке. Здесь 500-ка, не видно она, что это зачуханная, вот здесь вот немного видно. Никаких переходов, ничего не чувствуется вообще.
обклеиваемся и грунтуемся. Я в этих местах не играюсь, я всегда по конту обклеиваю вот так вот в наглую. В любом случае, как бы вы ни обклеили бы, все равно где-нигде протрется. Так что нечего заморачиваться. Никакой изгиб, ничего. Так, мне лично мне легче сошкурить, чем под изгиб какой-то. Все. Продолжаем дальше. Иду замешать грунта. Все, я замешал. Здесь буквально 10 грамм. То есть одним слоечком, кислотником проходим.
на шпаклевке легкий получается обдув. Ну все, делаем выдержку. Пошел, хотел пистолет помыть. Покажу, сколько осталось. То есть буквально, не знаю, я размешал 10 грамм плюс 8 грамм отвердителя. Ну, то есть кислоты самой. Получилось 18 миллилитров. Осталось где-то 9. Такое количество, ну, на это место. Ну, вот все у нас уже высохло. Сейчас кидаем первый тонкий слой, второй такой пожирнее. И на этом хватит. То есть первый слой заходим подальше, а второй до сюда. То есть там, где вот были перейти протирочки в этом месте. Все, лампы посушим и встречаемся на вышкуривании. Так, продолжаем. Здесь у нас уже все высохло. Так. Немножечко подобьем 240-ка. Ну, то есть лень идти за 320-кой. Я чуть-чуть кант этот обобью и потом мягкой колодочкой уже. То есть совсем немножечко, не до конца еще просматривается. То есть я для этого места, чтобы не было потом впадин, мало ли.
нервничать. Не ту краску надо сделать. Ну, конечно, здесь особо нечего показывать, ну, это мелочь, то есть ничего серьезного. Ну и все, встречаемся в камере, то есть будет еще и бамперок. Заехал я в камеру. Колесико то есть я наклил уже. Сейчас будем накрывать здесь. Тоже засниму. Такой вот держатель для бумаг. Ладно. Пускаем немного ниже, вот до сюда. А здесь будем за ленту делать под оборот.
вот так вот загибаем этот краешек. Очень неудобная позиция, то есть очень высоко колено и неудобно. Вот здесь липко, а этот кончик остается краешек, то есть не липкий. Поролончик есть? Не работает. Поролончик. Такой вот. Здесь я отклеиваю вот так. И вот так вот поднимаю. То есть тот краешек поднимается.
То есть никакого не будет бортика от лака, ничего, потому что от воздуха он все равно, он туда вот видно, да? Вот я его чуть уже заклеил туда, ну ничего страшного. Ну то есть это я так обклеиваю. Может кто-то по-другому, может кому-то просто на крыло легче обклеить и туда. То есть делаю я это так. Yeah.
все. Пойду за бодяжу краски и встречаемся уже при покраске. Ну вот, я уже готов. Хотел показать еще. Сделал такую хрень, прикрепил на герметик магнит. То есть, чтобы... А то вечно геморройно. Вечно куда-то ищи, куда-то клей, за ленту эту, чтобы красиво заклеить, чтобы там никогда там что-то не поплыло или еще что-то. Да. Эта штука такая, ну, есть специальная, но она стоит немного денег. Так, я интересовался, 70 евро, то есть, ну, я думаю, это полная бредятина, чтобы такие деньги платить за такую хрень. Что, ладно, поехали, начнем мы с бамперка. Или ладно, я вообще бампер не буду снимать, покажу этот переходик и все. Все, кидаем биндер. Встречаемся на лаке. Так, все у нас высохло. Сегодня лак я взял Макрофан Power. То есть он ускоренный там. Это от Лехлера. Так как две детальки, чтобы тут не тормозить. Вот. И опять же наша вата. Ну что, поехали.
видео, 3 минутки пауза и второй слой. Что такое? Ну, с фокусом тут в камере проблема. Сучара, блядь.
Как-то так. Все. Всем пока.